Так, привет. Потихоньку начинаем. У нас, конечно, сегодня такой знаменательный день. Игра прям... Короче, меня эмоции уже переполняют перед еще началом трансляции. Во-первых, достаточно долго я вчера мучился, чтобы добиться хорошей картинки. Ну, она, естественно, будет видна в первую очередь на премию, потому что на 720 в динамике все равно будет нечетко. Но, тем не менее, это было такой челлендж, можно сказать. Ну, я поиграл, конечно же. Я поиграл, показал кусочек Жене, послушал, познакомился с персонажами, попытался освоиться с управлением, но чувствую, что это будет тот еще челлендж. И я в предвкушении, потому что игра уже захватила. Я поиграл, наверное, минут в общей сложности 40-50, и персонажи, перевод, графика. Все произвело очень благоприятное впечатление, поэтому я волнуюсь немного перед трансляцией. Давно такого не было. Фух. Ну что? А вы-то готовы? Вы подписались на прем? Успели? Потому что там будет картинка, ну, не Full HD, конечно, HD, потому что с консоли, насколько я понимаю, выходит хоть и через HDMI, но все-таки настоящий только HD, а Full HD как-то скалируется по-хитрому. Да и динамика у нас будет, поэтому я дал 4 мегабита стандартный, плюс 4 мегабита еще буфер и поставил разрешение 1280 на 720. Ты уже вжился роль. А как там можно вжиться, я не представляю. Попробую, конечно, но это сложно. Во-первых, нужно. Миша, если я сейчас куплю премию, мне придет сразу, придется ждать. Да вообще сразу приходят, даже не на, ну, даже без привязки к твоему ящику, потому что после оплаты тебя отправляют на страницу, а там уже ключ. Поэтому... Да, давайте немножко побегаем, чтобы проверить еще разок все. А, блин. Конечно, класс. Сейчас продолжение за стеной. Хотя оно загружаться еще будет 2 минуты. Это единственный пока минус, который нашел. Но, скорее всего, это исключительно из-за платформы. Такие вот... О, да ладно, быстро загрузилось. А, потому что, видимо, я консоль не перезагружал. Так, здесь очень плохая картиночка, потому что Сюда. туман вокруг. Поэтому тут не оценить. Тише. Тише! О, тихо! Смотри, смотри. Заодно Бумажник. звук протестим, ребятушки. Нормально слышно, видно. Маска сломалась. Маска сломалась у Не него. хочу Я тоже превращаться. не хотел. Пошли. Добро. О, пистолет. Патроны. Перезарядочка. Выбраться, конечно, будет из этой мути, потому что здесь, конечно, сама картинка весьма мутная. Я еще к управлению не привык, но попытал... Ой, тихо, слышу. Что такое? Да ладно! Вы издеваетесь? Да ну Что нафиг! будешь делать? Подкравшись, нажмите захват. Да ладно. Тихо. Эй, да ладно! Да ты... Ёпперсете. Чувствую, будет весело. Блин, я не доходил до сюда. Блин, страшно. Короче. Так. Игру погромче. Уровень сложности вообще максимальный. Не тот максимальный, который с первого раза доступен, а максимальный, который открыт после первого прохождения. Это трындец. Стелс с фонарем. Стелс с фонарем. Да, фонарик меня спалил. Ёпарасоте. Давно стрим идет? Стрим еще не идет. Это так мы подгоняем. Купил прем, жду, когда придет.
Ну ок, обнови все-таки имейл. Возможно, все-таки на него приходит ссылка на страничку. Уровень сложности четвертый. Четвертый. Вообще, по-хорошему, надо было на третьем играть, особенно учитывая то, что я с консолью, ну, с управлением не дружу, но вы же, мои хардкорные друзья, меня ж не простите, если я выберу любой другой уровень сложности, поэтому... Тихо, тихо, мочат! Воу, воу! На стадии бегуна зараженные могут еще видеть, приближайтесь к ним с осторожностью. Окей, как вырубить фонарь? Всем стелс, пацаны. Ладно, пошли. Блин, фонарь, кажется, меня палит все-таки. И почему он вырвался? Я вроде... А, потому что... Раз! А, нет! Да как так? Какая хрень? Что это за бред? Их много, я один. А, удерживайте Л, я понял, да. Почти вырвался. Так, как выключить фонарь? Блин, какая жесть. Мы все еще тестим, мы просто тестим. Да как ты? Да как? Мочи его, мочи. Давай пистолетом, пистолетом. Да как? Да я же... L2, это вот эта вот хрень? Похоже, что нет. Так, ну мне, судя по всему, надо начать заново. Для того, чтобы с управлением. L2, это вот эти вот верхние клавиши. Я вот просто не помню, какой L1, L2. А, левый второй. То есть левый нижний получается, да? Окей. Тихо! Тихо! Ладно, нет, все, мне страшно уже. Давайте в главное меню, чтобы не спойлерить. Конечно, выйти в главное меню. И музыка тут такая классная вообще, и озвучка такая здоровская, и графика отличная. Чем-то, кстати, музыка по стилю вот в главном меню на метрошную похожа. На джойстике клавиши подписаны, да ладно. Да, левая, нижняя, все верно. Ну что, вы готовы? Вы точно подписались, уважаемые? Потом же будете во время игры, так скорее, скорее, как так? Где тут? Поставь сложность меньше, это не хардкор, это затыки каждые 7 минут. Да нет, нет, я справлюсь. Сначала изучи джойстик. Ну, джойстик-то я изучил, тут 4 кнопки, и, видимо, чтобы веселее было, на них разные рисуночки прикольные, правда, они вообще смысла никакого не имеют. Только X это отмена. Вот. Ну я так, я тыкаю куда, а не попадем. Кто бобру DHCP сплиттер подогнал? А я по-другому. Я без сплиттера, без железок сделал. Потом расскажу, как. Восемь минут до начала. Готовимся морально. Как игра называется? Последний из нас. The Last of Us. Всем расскажи, интересно же. Ну, если коротко, я прогуглил, увидел, что при помощи программы Rec Central можно выводить картинку, и при помощи стереоджека, провода 3,5-миллиметрового, ну, который стандартный, можно еще закоммутировать по-хитрому звук. Но тонкость заключается в том, что эту тему уже пофиксили в прошивке 22-й версии моей карточки, и нужно было ее и перепрошить, и поставить, соответственно, более старую версию Rec Central, ядров. Вот, пока до меня это доперло, что там сертификаты небезопасности поменяли, что не работает в новой версии, там я потратил довольно много времени, наверное, около полутора часов. Вот, но в конце концов откатил, перепрошил, поставил дрова старые и сделал как надо.
После ПК неделю мучился с джойстиком, так что лучше изучи, что где. А то я кучу времени слил, пока нашел, какой пиктограммки с кнопкой Select. Ты что, Select — это вот слева, это прямоугольная. Нажимаешь, выбираешь, старт, Select, основа. Включи сабы. Зачем все на русском у нас будет? Перевод отличный просто. И знакомые голоса, они явно участвовали в там... Ну, я где-то их слышал, в фильмах слышал. Знакомые, в общем. Да, на PS4 нет HDCP, это я в курсе. А можешь поставить английскую версию с русскими сабами? Дубляж тут не очень. А как не очень? Да нет, мне кажется... Мне понравилось. На очень хорошем уровне, как по мне. Сегодня только The Last of Us? Да, сегодня только The Last of Us. Анонс я сделал на финал Ёжика в пятницу. Мне дубляж очень понравился. И, опять же, актеры, судя по всему, знакомые, профессиональные. Перевод хороший, без режущих ухах. И без акцента они говорят, как это часто бывает. Даже в Близзардовском варианте. Да, мне вообще показалось, что озвучка классная. Сонька теперь твоя, мы увидим остальные эксклюзивы в твоем исполнении. Нет, но она у меня пробудет, наверное, не знаю, недели 2-3, может быть 4. Так что я успею, по крайней мере, 3 игры пройти. Heavy Rain, The Last of Us и, скорее всего, Uncharted, кажется, второй будет у нас еще. Есть Mortal Kombat, но он как-то мне не очень вставил. Ты только начинаешь игру или уже была часть? Только-только начинаю. 5 минут до самого вот прямо начала. Может, Demon's Souls? Да может быть, но я не знаю. Хардкорно и с джойстиком. Uncharted. Третий крутой, если чё. Ну там второй и третий вроде как с топовым рейтингом, хотя... Обрати внимание на мой коммент. Привет, Вишмастер. Обратил. Heavy Rain, да, Heavy Rain точно будет. Уже поставлен на этой консольке, то есть она уже есть. Так, 5 минут до начала. 5 минут до начала. Окей. О, прикольно, там у нас тестируются индивидуальные... Ясно. Да, и как раз наш дизайнер и товарищ, который как раз предоставил приставку со всеми причиндалами необходимыми, успел на прямой эфир. Виктор, вообще, так все здорово. Я уже сказал, что очень волнуюсь, воодушевлен. Картиночка должна быть сочнейшая просто, просто сочнейшая. На премии, конечно же. Я не буду торопиться. Я почитал все советы в комментариях из серии, что не надо тут бегать, хихикать, как это было, например, в XCOM. Но вы знаете, игра меня уже самого настроила на это. В XCOM ржака была просто потому, что ну, нельзя было без улыбки смотреть на это. А тут... Ты очень быстро погружаешься в атмосферу и... Ну и как бы все серьезно. Тут все будет по-другому. Я надеюсь. Я в предвкушении. Так, единственный момент, что я не буду за чатиком следить ввиду технических моментов, к сожалению. Буду периодически альтабаться, но у меня оба монитора, получается, заняты из-за вот этой вот системы с выводом изображения. На обоих мониторах вынуждена у меня игра. Запись. Запись, кстати, надо перепроверить, но должна делаться постоянно. Да, делается. Может, вебку? Не-не-не, без вебки. Тут вебку и некуда ставить, и она не погрузит. Я думаю, она лишняя просто.
Чатик с планшетика открой. Да я с телефона хотел, но кажется, я сам себя в на уровне роутера забанил. Там было много устройств в один момент. Но слишком поздно это понял. Спасибо за видеомарафоны по D3. Это аспирантовская идея была, но, судя по всему, удачная. Ну что, 2 минуты. Блин. Игра просто обалденная. Одна просьба, если не будешь читать диалоги... Да нет, я буду диалоги читать. Я уже останавливался во время тестов рядом с каждыми двумя, там, ну, короче, захожу в каждый, блин, угол, слушаю, читаю надписи на стенах. В общем, все будет ок, я надеюсь. Всем, конечно, не угодить, но я постараюсь быть в... Как это сказать? На одной волне с игрой. Все ливаешь? Свет рубанешь, может, тогда? Спасибо, красавица. А то меня, видите, и жена уходит. Конечно, приставку купила, чтобы жена. Да. Рубанешь свет, действительно. Спасибо. Ох. Я с вами часов на 6. Последние секунды идут. Далее приставку ушла жена, да, есть такое дело. Я сегодня и пораспевался днем. Прям так подготовился основательно. Музыка классная тоже. Слышно, что гитара живая. Наверняка записывали, ну, но это не фулл электронная музыка. По крайней мере, соло гитары тут явно ручками делалось. Все, 19:00. Приветствую тех, кто смотрит это в записи. У нас начинается прохождение замечательной игры эксклюзива на PlayStation 3, The Last of Us. Мы ее проходим, соответственно, приставочки. Картинка должна быть хорошая. На премии Full HD, а не Full HD, HD, но с очень хорошим битрейтом. И я первый раз играю в нее, и более того, это первая моя игра на приставке, поэтому для тех, кто смотрел прохождение на PC, прошу строго не судить, потому что с джойстиком я на «вы», с уважением, короче говоря, плохо я с ним общаюсь. Но учитывая то, что консоль досталась от... Короче, она из рук другого человека. Здесь есть максимальный уровень сложности, который открывается после первого прохождения игры. И я все-таки товарищ амбициозный, бобер. И... Да и пользователи у нас на Good Game такие с претензиями. Поэтому начнем мы сразу на максимальном уровне сложности, как будто мы уже прошли игру. Надеюсь, все будет хорошо. Поехали. А, нам еще, кстати, придется, наверное, подождать немножко. Я уже поиграл 40 минут, хоть чтобы как-то освоиться с управлением. Пламенный привет чатику. Тут хитрая схема для того, чтобы захватывать не аналоговое изображение, а с HDMI. Если коротко, это делается при помощи карточки захвата Avermedia Gamer Live HD, шнурика джековского 3.5 и более старой версии React Central. Главное, чтобы у вас была прошивка там 17-й ниже версии, а не 22-й и последний. Но при желании все можно прогуглить и настроить все как нужно. Хотя есть более простые способы при помощи HDMI сплиттера все делать. Фух, я очень волнуюсь перед прохождением, потому что, во-первых, никогда на PS не играл, на джойстике не играл, и эта игра получила самые вообще высокие оценки. Это эксклюзив на PlayStation, 10 из 10. Я с удовольствием смотрел кусками, правда, прохождения от Empire Manti, который на GG делал аналогичные трансляции. Вот, но... Хочу сам погрузиться.
Музыку, говорят, писал оскароносный Густаво Санта Олала. Да, еще есть возможность у вас подписаться на Prime, чтобы смотреть в прямом эфире это в оригинальном качестве. HD где-то от 4 до 6, наверное, мегабит битрейт. В общем, должно хватить. Все. Томми, я... Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй. Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится? Что? Очень, но... Китайский. Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Второго же. Спи, котенок. Так, это уже игровой движок у нас. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? Судя по фоткам, она в футбол играет и что-то там выиграла. Так. Да, и... В чем там дело? И фанаты... Ой, в смысле, этот плакатик футбольный. Вот елки, забыла отдать открытку. Напоминает, знаете, картинку из кустов, когда... Ладно, неважно. Congratulations. You're not a fossil yet. Happy birthday, dear dad. Let's see, you're never around. Тебя никогда нет рядом. Ты ненавидишь ту музыку, от которой я фанатею. Basically, despite of... Что там? Movies I like. Ну, короче, фильмы не нравятся. I should manage to be the best. Дяди, и каким-то образом тебе все равно удается оставаться самым лучшим папой каждый год. Как ты это делаешь, Сара? Так. Кроссовки, гитара. Я торопиться не буду. Поехали. Папа? О. Газета. Smack Syria, Hospital Increase, Mr. Короче, на 30% возрастает из-за какой-то инфекции. Папочка. Фоточки. Thank you.
ты здесь? Оказались связаны с эпидемией, охватившей страну. Ну где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечаются вспышки агрессии и... Утечка газа. Надо выводить людей. Эй, вы! Судя по всему, там что-то происходит. Бегите отсюда! Тут еще Джо... Что это было? L3? Что за кнопка такая L3? Папа! Воу. Так, я буду разбираться сейчас с управлением потихонечку. Надеюсь, со временем все-таки пальцы сделают свое дело. Папа! Да что происходит? Еще джойстик вибрирует, когда происходит какой-то экшен. Так. Его телефон. Восемь звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду. А Томми... Кстати, она проспала-то буквально всего ничего. Минут 45. Любопытно. Я тут еще свет рубанул. Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Ё-моё. Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Ты... Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это Куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? О, ёшки-матрёшки. Боже. Джейми! Папа! Детка, сюда! Скорей! Джейми! Это же... Ты слышишь, что я тебе говорю? Не зверь! Скорей! Скорей! Господи! Ты выстрелил! Сара! А мы только утром... Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. День доносила. Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя. Так. Стоп. Прошу прощения, что запаузил. Напишите, пожалуйста, в чатике, как со звуком, как с картинкой, чтобы я спокойно уже больше не альтабался и не отвлекался. Звук опаздывает. Задержка звука мощная. Вот, этого я и боялся. Все четко, звук отстает. Небольшая задержка, 30 секунды где-то. Фух. А кто-то говорит, что все ок. Опаздывает. Так, сейчас сначала меньше секунды. Да нет, если так, то, конечно, нужно подстроить еще. Фейли почаще. Так, все, я в игру. Там есть кому следить. И, если что, возвращаемся. Может, уже поедем? Ага. О, у меня такой значок. Неужели шериф еще? Потом. Оказывается. Эй, Сара, ты как, солнышко? Хорошо. Таким не включишь радио? Само невозмутимым собой. Голосом. Спасибо. Отец не поправил, не включишь же. Без связи. Не включишь. Без радио. Да, офигенно. Хорошо. Еще минуту назад были новости. И что сказали?
Сказали, армия перекрывает шоссе. В округ Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. Что там, Остин? А сколько умерло? Господи. Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же... Так, и сабы я включу все-таки, для того, чтобы надписи переводились. Параметры. Наверное, все-таки это в изображении, наверное. Нет, не в изображении. В звуках сабы часто находятся. Видеоролики, громкость, формат, динамический размер. Мне не видно. В игре посмотрим. Субтитры все-таки. Иногда субтитры включаются в звуки, иногда в общих настройках, иногда в изображении. Они не знают. О! Но не только наш город. Сначала сказали только на юге. Теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Ёпрасе. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел нести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто... Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Тут не в моих силах останавливаться, могу просто наблюдать. Воу. Плохо дело. Когда всем до одного одно и то же в голову приходит. Можно просто сдать назад. Эй, чего стоим? Поехали! На них халаты, как будто они из больницы. Валить надо. Ёшки-матрёшки. Ты видел? Да, я видел. Охренеть. Нет, 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 нет. Ну, ребят, с дороги. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Я пытаюсь. О, нет. Помогите! Не останавливайся, Томми! Что больше я их задавить? Делай что-нибудь! Кстати, тоже люди! Туда! Вот туда! Держитесь! Давай! Папа? Эй! Пап! Воу! Девочке вообще повезло, она ж не пристегнута сзади была. И вертелся как... Так, пробиваем. Так, игра 18+, судя по всему. Так что я не предупредил. Зря, наверное. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Так, побежали, побежали. Все валят, и мы тоже. Так, Томми с пистолетом. Паника! Воу-воу-воу-воу-воу! Они горят. Сара, не смотри! Почему они это делают? Смотри только на меня! Судя по всему, нам в потоке надо держаться. Ой-ой-ой, куда ни глянь, везде проблемы какие-то. Мама!
Так, валим, 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 валим. Ой-ой-ой. Так, что делать, что делать? На что жать? Ух. Он мертв. Почти пришли. Ой. Почти пришли, малыш. Найди выход. Пошли. Ай-яй-яй-яй, я застреваю в углах еще. Зря, 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 зря. Беги к шоссе! Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Блин. Так, валим. Томми сам сделал свой выбор, хотя вроде... Ой-ой-ой! Судя по звуку, он совсем сзади. Я поворачиваться не хочу. Совсем. Еще один. Блин. Не бойся, мы пришли. Пришли. Так, эй. Адекватные вроде. Нам нужна Стой. Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Опачки. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... Там приказ. Никого не пускать, видимо. Не надо. Хороший хэт. Фух. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Там М-16 в живот выстрелил. Сара. Какие тут шансы? Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Господи. Господи. Прошу тебя, не убирай, прошу тебя, не бросай меня, дочка. Я в прошлый раз пропустил этот момент. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить наших граждан. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются не ослабевая уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казни 6 приверженцев ЦИКАД. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь ЦИКАДам. Так, что мы знаем? Карантинные зоны, военное положение, нехватка еды и цикады. А, ну и бунты, конечно, голодные. Одну минуту. Доброе утро. Опачки.
Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочка уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. Так. По крайней мере, сейчас Роберт, он там. Роберт, склад номер 5. Ну так пошли. Идем. Я даже не знаю, что у них за работа, но понятно, что карточки, которые получают, это что-то вроде талонов питания, видимо. И герой он, главному, судя по всему, сейчас уже под полтинник, раз в свое время была дочь, которой там, визуально не меньше 12 лет. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Так, хорошо. Интересно, эти надписи будут переводиться? Нет. Будущего нет. Сожгите все дотла. Да ладно, правда? Мне с утра принесли повестку. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. То есть 20 лет прошло же, и... А ты уже патруль вызвали? Не. Ну да, ну да. И все такая разруха? Странно как-то, ну ладно. Так, restricted area. Сейчас будем разбираться с управлением. Фух! Блин, я вот когда тестировал, все пропустил вот этот момент. И вообще все, все поменялось. Граждане обязаны надеть на удостоверение личности и выполнять все приказы персонала. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Угу. Видать, снова нехватка. Понятно. Carful Hours — это, видимо, комендантские часы. Там все, кто будет пойман без нужных бумаг, будут арестованы на месте. Rations Distribution Center. Короче, здесь паёк выдаёт. Что за херня творится? Спорим, что солдатня на полном пайке? Да что ты орёшь? С ума сошёл? Да мне уже наплевать. Пусть еды не хватает. Угу. Так, ладно. Поехали дальше. Look for the light. Ищите свет или идите на свет. Руки за голову, брать. Быстро. Ну, сканируй. Хорошо вооружены, товарищ. Придержите ее. Быстро. Смотри прямо. Это была явно не вакцина. Ладно. Держим. То есть просто усыпляют по-быстрому. Заткнитесь. Считайте, что вам повезло. Вот что значит прятаться в зараженном здании. Вызывайте санитарную... Ага, нелегалы у нас тут. Оказывается. Нужны два мешка и еще два для ящика. Так, значит, режим у нас тут такой, да, военный. Похоже, зараженных все больше.
Значит, больше людей бежит отсюда. Ух ты! Смотрите, как здание наклонилось, упало. Оно выстояло все-таки. Говорят, поставили к стенке и расстреляли. На американский флаг все равно есть такой. Если уступим бродягам, бродяги? Здесь такого не будет. Если бродяга хотя бы косо посмотрит на так, меня... Так, у нас пока что... Так, наверное, думали в каждой зоне, пока не начались. Все из-за цикады. Они разжигают недовольство. Мы их истребляем. Вот так. Понятно. Так, ну, нужно еще понять, что за у нас за баланс-то сил, кто за кого, почему и зачем. Помните, кто мы есть. Кем мы были. Who we were. Кем мы были. Привет, Джо. О, hello. Здорово. Слышал, Мэриан взяли. Как это? Пришли за ней среди ночи. Сказали, что она из цикад. Бред, правда? Не стоит громко говорить о цикадах. Вдруг услышат не тот, кто нужно. Да. Да, ты права. Понятно, в общем. Режим серьезный. Бояться лишнего ляпнуть. Теперь у нас новые документы. Так что проблем будет не... А, нет. В бумаге, может быть, она достала это как раз документы новые. Кто его знает? Чекпоинт, Южный 5, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. Какие глаза у него красные. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите! Закрываем! Так. Убегаем, хорошо. Значит, для быстрого разворота отклоните назад, нажмите X. Оп, хорошо. Чтобы набег L2. Надо запоминать все вот эти вот мувы, все абсолютно, потому что с джойстиком я очень плохо. Идем. Всем гражданам заходим. Его вот себе и легкий путь. Останови уже кровь. Так, аптечка. Перевязывайте свои раны при помощи аптечки. Перевязка требует времени, поэтому используйте аптечку в безопасном месте. Значит, присели. Выбери, я не знаю, как садиться еще. Аптечку вверх, да? Удерживать L правый, окей. Вверх, R первый, да? Ага, в правом нижнем углу у нас здоровье. Так, а если мы отпустим, то ничего не будет, соответственно, да? А если я просто выбрал, мне хватит этой? Да, хватит, понятно. В общем, перебинтовываемся, пошли. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. За стеной? Ну, или можем пропустить Роберта. Любопытно, смешно. Что за Роберт? Какую роль-то он играет? Почему мы хотим до него добраться? Почему он хочет нас опередить? Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Многие за него. А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Так, хорошо. Марлин? А Марлин за цикадом. За цикад, хорошо. Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Окей. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Так, все-таки я чую, что что-то не то. Может быть, гляну в чатик. Так, ну вроде все хорошо. Громче игру плазы? Действительно громче игру сделать? Где мелкая? Ох, ты пропустил такой момент. Сабы убери. Да нет, сабы... А, звук отстает, ледокол в скайп. Громче игру. Задержка даже на премию, это не транскодер. Так, мы можем со своей стороны это пофиксить, но требуется перерестарт, короче говоря. Несколько даже рестартов. Насколько она критична, уважаемые? Можно смотреть с ней? Или все-таки пытаться... Громче игру легко сделаю.
Не критично. Не критично. Одна секунда. Одна секунда задержка. Кто-то не чувствует вообще задержки. Неприятно, особенно при стрельбе. Ох, ху-ху-ху-ху-ху. Можно и нужно. Все норм. Угу. Отставание, пофиг, громче сделай. Хорошо, давайте я к следующему более грамотно в плане задержки подготовлюсь, игру сделал погромче и возвращаюсь тогда. Что сейчас еще задержку это убирать, это рандом такой. Кто-то говорит секунду, кто-то говорит там пятая часть или треть. Это мы? Привет, как дела? Отличный вопрос. Паршиво, слышал небось. Тут как, все нормально? Все тихо, ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. О, вижу. Так, ладно. Воздействовать на любые практически предметы, там брать что-то, открывать, это верхняя кнопка, треугольничек такой зеленый. Ну-ка, спокойно, хорошо. Да все хорошо. Оп. О боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Так, что у нас тут? Дизель, да? Окей. Побежали. Надо еще внимательно. Я не буду торопиться, пока не освоился. Перепрыгнуть X. Ага. Потому что здесь и места интересные есть, и easter egg'ов довольно много, говорят. Наши рюкзаки никуда не делись. О, да, ездишь. Рюкзачки. Меня предупреждал Манти, что на этом уровне сложности патронов вообще не хватать будет. И нужен будет стелс. Вот. Но вы же знаете, какой из меня стелсер. Для перезарядки R1. Окей. R1, релод. Все логично. Ну, ковбой. Подсади меня. Куда тебя подсадить? Ага, я понял тебя. Готов? Да. Оп. А мне-то самому как? Ага. Хоп! Ничего по себе она. Крепкая какая. Давай. Так, окей, кафешечка у нас тут какая-то, да? На поверхности выбрались. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Я сейчас буду вообще в разные стороны ходить, вы знаете, чтобы ничего не пропустить, если что. Хотя в любом случае это мне не поможет, я так или иначе буду пропускать периодически. Ну, справа есть дрень. Ох уж эти джойстики. На мышке, конечно... Поточнее ты можешь камеры вертеть. И, наверное, прицеливаться тоже. Кажется, нужно вот... Да, вот так вот. О, пизда! Вася, ты Вася, зачем выстрелил? Блин, вообще... Такой Василий просто. Просто отдал патрон. Я тут бегал вокруг. Где лестница? Ничего тут вроде интересного должна нет. Должна быть где-то здесь. Лестница вон там, вон. Есть. У меня была мысль, что ее можно поставить куда-то кроме этого места, потому что было окошко вон там, видите, открытое. Но я побегал там, там все черным-черно, и не стал пробовать. Так, а больше мы никуда перелезть с ним? Да нет, 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 давайте, не будем пока. Эп, нет. Отлично, поставил. Попытка номер два, давай. И поближе только теперь. Давай вот так вот. Хорошо. Вот это добро. Поставил так, как надо. Попытка номер три. Начинается же фейлы. Так, ладно. Значит, лестница с тобой. Ты подходишь. Оп, и поставил. То есть появляется надпись, ставишь лестницу. Дамы вперед. Дамы. Это я, что ли, дама? Так, левый X, понятно. Ну, вроде того. Кажется, понятно.
А, то есть надо встать перед ним. О, сюда. Чувствую, мне будет сложновато. Окей. Так, а вот здесь мы видим, что есть уже ящики, которые можно пооткрывать. Такие вещи лучше не пропускать. Оп, nothing. Второй. Так, там... Собирайте детали для улучшения оружия. Хорошо. Да, тут же будет еще какая-то система с апгрейдами. Можно будет разные штуки собирать, интересные. Чтобы включить фонарик R3. R3? Найти бы на джойстике R3. Это R1. Это R2. Вы издеваетесь. Где? А, не найдет, говорят. На стик надави, на какой? Ну, на правый я жму, у меня их тут... Или на... А, в центр стика, понял. Прикольно. Вот я... А если на этот по центру нажать? Ничего, да? А здесь фонарик, окей. А зачем мне фонарик сейчас? Здесь вроде все светло. Ой, смотрите, какие тут на стенах имена и отпечатки рук. Явно тут кто-то обитал когда-то. ВТФ. Медальон цикады. Для просмотра нажмите Select. Сейчас разберусь. Дэвид Майкл Вигель или Виджил 102. Приблизить. И что, и зачем? Ну окей, запомнил я номер. Дэвид Майкл, окей. Поехали дальше. Да, бежать тут еще надо. Можно же ж нам сюда. Теперь вниз. Как скажешь. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его. А, то есть там. Если вернем товар, сбыть его. Значит, мы все-таки торгуем пушками. Кстати, а когда следующая партия? Бим придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Да, он с пустыми руками. Удобный фонарик, кстати. Будет чем заняться. Стой, споры. Споры, противогаз. Знаете, а то обычно в том же самом сталкере фонарик включаешь, там рука занята у тебя или еще что-то в этом роде. Тут. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку. Присесть, нажмите О. О! Это правая штука, да, правая кнопка. Окей. Всем добрый вечер, мы только-только начали проха... А вот и виновник. А, вот так вот. Труп свежий. Тут может быть опасно. Ой-ой-ой. В общем, только начали проходить The Last of Us, присоединяйтесь потихонечку. Вставай уже, чего-то. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает, осторожно. Окей. Сюда. Проползаем. Тише. Сейчас, смотри, смотри. Опа! Помогите! Этот вроде адекватный. Маска сломалась. А, маска сломалась, то есть он уже заражен, не получается. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Так, тут пистолет, во-первых, лежит. Его иксом поднимать или... Ой, с руки, да? Не, наверное, так же, когда подняли. Прицельтесь, нажав раз, а потом два. Вот выцеливание, это, конечно, интересная вещь. Надо будет делать это быстро. Пошли. И патронов будет ограниченное количество. Короче говоря, мало приятного. Так, давайте посмотрим, что-то у нас тут есть вокруг. В таких закутках может что-то валяться. Кроме канцелярских товаров, что-то более ценное, надеюсь. Нет, вроде все чисто. Поехали дальше. Так, тут снова можно присесть. Проверю только комнаты. Кулеры.
Неужели противогазы так надежно защищают от спор, то есть от какой-то некой биологической фигни? Ой. Так, это уже назад мы возвращаемся, понятно. То есть нужно снова приседать и пробираться дальше. О, вот здесь как раз я. Фонарик выруби. Фонарик выруби, Вась. Так. Вот сейчас пойдет уже первый стелс-экшен. Что будешь делать? Подкрасться можно и нажать крестик. Ой, треугольник. Держать только его нужно. Держим. Вроде, но он выбирается. Ну, ёпрст. Начинаем нарезать. Надо... Что, как быть-то, ёпрст? Чтобы атаковать, нажмите. Я атакую, я пытаюсь. Их много, нифига себе. Ну, ясно. Мочи. Назад. Их много. Нет, это свои же. Кого ты бьешь? Нет, это не свои. Свои стреляют. Беги. Подставляй ее. Ёпрст. ХПшечки уже нет. Здравствуйте. Ну, это все. А почему я не задушил? Надеюсь. Я же вроде душ... Мы... Уж мы их душили. Возвращаемся в город. Получилась такая фигня. Какой-то мордобой. Это стелс. Короче, всем стелс. Сезон открыт. Можно уже считать. Ё-моё. Ну как вам? Нормально было видно? Стелс, да, пошел стелс. Стелс. Надо не держать, а жать кнопку вроде. Ага. Понятно. Попробую в следующий раз тыкать ее, как безумный. Потому что ХП у меня уже в правом нижнем углу, но мордобой знатный вышел. Хотя в прошлый раз меня здесь, в общем-то, копали. Просто взяли и закопали втроем. Но зато патроны сэкономил. Есть бонус. О, аптечечка! Да есть же ж, родная! Я уже начинаю... Надо аптечкам дать еще имена собственные, чтобы... Потому что их будет мало, видимо. И опачки... Что у нас тут? Ноутбук? Они, видимо, здесь не очень в ходу. Это с электричеством должны быть проблемы, не то чтобы... Хотя... Да нет, наверняка проблемы, потому что... Все распространенные эффективные типа атомных или гидростанций, скорее всего, в минусе. Иначе бы дизели не стояли, где ни попадя. А дизель это тоже проблема, потому что нужно топливо постоянно. Ух ты, отлично. Мы выбираемся на свет. Гораздо приятнее, конечно, на свету. Только сейчас я обшарю последнюю комнату. Я очень, как вы видите, слоупочно прохожу. Чтобы как раз понять, где что может лежать. Вот двери, например, интересные. Правда, вот... Да, это скорее закуток. Здесь точно что-то будет. Вот, например, лежит еще одна аптечка. И еще что-то. Записка брату. Давайте посмотрим, что же написал кто-то брату. Так, где субтитры? Мы очень близки, Джим... Что там? Почерк непонятный. No, I'm never... In... Вот это да, вот и где субтитры, когда они так нужны? Тут проблема с почерком разобраться. Вот while waiting for the... что-то там. Блин, жаль. Зараженные пытаются проникнуть. Хоть перевели вот таким вот образом. Об этом только и говорят. Просто эти бедняги снаружи хотят жить в безопасности. Так, проходим. Ой, тут как хорошо. Зелено, травка. Так, стоп. Па. Фильтры менять не надо, опять же. Кислород. Вот за что я люблю природу. И природа такая, знаете, зеленая. Потому что город воняет. Угу. Ну так закажи Билу освежитель воздуха. Сам знаешь, они у него прокручены. Так, давайте-ка мы будем, конечно, смотреть, куда она бежит, но
чекать вот такие вот тоже места. Хотя, если признаться честно, я пока ничего-то сверхценного не нашел, кроме пары аптечек. Здесь, может, что есть? Нет, пустые багажники, цветочки. Интересный эффект при резком этом перемещении такой. Немного размывается картинка. Так, погоди, я сейчас... Секунду, я понял тебя. Сейчас я чекну здесь. Сюда. Я понял. По помойкам. Шарюсь. О, они... Не... Интересно, короче говоря, тут лаз. Ладно. Так, издалека ты и не заметишь. Так, а что у нас здесь? Внизу что-то есть. Вообще, когда подбегаешь к чему-то, оно вроде подсвечивается, если вот... если можно там взаимодействовать как-то. Там кругляшок такой появляется. Ага, через X забираемся. Будь другом. Что сделать? Сейчас. А, она сказала, доска упала, да. Да я и помню этот момент от Мантича на стриме, когда смотрел в свое время. Опачки, что такое? У меня экран моргнул. У вас, видимо, тоже. Ладно, падаем вниз. Да, вот доска, на нее можно с ней можно взаимодействовать. Вроде вокруг больше ничего нет. Так, чисто визуально. Ну-ка, передай. Куда мне именно? Ага, понял тебя все. Подставим ее. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Ладно. Да она меня там подсаживала, когда я еле левой рукой держался. А учитывая рост и телосложение, в этом товарище килограмм, наверное, 90-95. Так, как мне вернуться-то? Есть варианты? Или она мне хлопанет? Ну вот. Все, залезай и пошли. Да как? Раскомандовалась. Как залезть-то? Уже близко. Она где-то вот слева, наверное. Неужели? Она издевается, наверное, да? Залезай, пошли. А, вот. Все, понял. Давай сюда тогда. Проползаем. Кстати, сразу эту тему-то не заметил, когда заходил. Вставай уже. Вставай. О, отлично встал. Значит, это у нас удар, да? Угу. Побежал. Ой, а тут лучше не бегать. Давай-ка аккуратненько. Аккуратненько пошел. Солнышко светит, птички поют, как будто и... В общем, мир прекрасен. Даже несмотря на... Да. Оп. Проверим, нет ли рядом солдат. Так, погоди. Чисто, пошли. Погоди секунду. Я должен осмотреться, у меня пунктик на этот счет. Побегать по кустам, порыскать. Да, и ни черта нет. Ну окей. Так, здесь дверь вроде... С ней не повзаимодействовать никак. Прыгаем. Хорошо. Так. Здесь тоже вроде весьма все. Только вот... А тут? Просто тупичок, окна невыбивабельные. Закуток, закрытая дверь. И куча мусора. Ладно. Видимо, не стоит мне так фанатично за каждый куст заглядывать. Так, фонарик врубило, да? Ну давай попробуем, так попроще будет, наверное. Все в полном запустении тут у нас. Людей нет, и, судя по всему, это даже хорошо, потому что если люди встречаются, то это там какой-нибудь патруль или зараженные. Да ну их нафиг. Ну, малыш, убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага.
Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. На Джима Рейнера действительно похож. Да и по голосу вроде актер один и тот же. Пошли. По крайней мере, в русской версии. Определенное сходство есть. Не сейчас, Терренс. Я заплачу вот-вот-вот. Понял? Вот-вот. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Я не могу себя удержать. Я обязательно, обязательно проверю каждый мусорный бачок. И зря. Нет, когда-то мне это надоест. Так, значит, мы идем за Робертом. Роберт, у которого, кажется, наше оружие. О, собачки. Что там? 15 tickets. Извини, catch. Извини, собаки наперечет. За час всех раскупили. Приходи через неделю. Интересно, зачем собаки тут нужны? Только не говорите, что их... О, крыски. Скорей, жрать охота. Потерпи. Ничего себе. Сейчас будет новая гриль. Партия. Даже не думай влезть без очереди. Есть. За 100 лет жду эту крысу. Крысы. О, тут что, приобрести, может, что можно? Если нет талонов, даже не трать мое время. На патроны меняться не буду. Ага. И вышибала сразу же, с трубой стоит такой. А что у нас в ходу? Всякая... Так и будешь. Всякий пялиться? Трэш вообще, обувь, одежда. Ну, видимо, это и ценится, раз уж. А за талоны, за еду это все продает. Ронал, купи. О! Давно не виделись. Ты к нам не заходишь. А это кто? Не твое дело. А тут у них порядок, нормально все. По крайней мере, какая-никакая организация. Опачки. Блокирую удары. Заткни ему хлебальник. Другой разговор. Давай. Надери ему задницу. Лупи. Я на тебя ставил. Попробуй продумать. Давай. Возьми его в табло. Не подставляйся. Замочи его. Яйца. Замочи, суку. Проходим. Опачки. Малик. Сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Какие-то все здесь дерзкие. Но, видимо, мир такой. Ладно, хорошо. Собачки на пересчет. Крысок едим. Спрашивай. Патроны дороже еды. О! И выпивка. Что такое там? Кто-то оружие оголил. Или точит просто. Сейчас увидим. Чего тебе? Карты, свечки жжет. И тупо бухает. Не, ну явно кто-то что-то где-то точит. А, вот у нас. Блэксмит. Угу. В бой идет все, что... Ну, вообще... Все, что можно. От куска трубы до лопаты саперной. Нам туда, да? Погоди. Нет! Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Опачки. Вот так вот за талончик узнали, что Роберт на верфи. Но я еще пробегу здесь. Авось, а вдруг? Куда-то смотрят люди. Причем долго так. Он столько всего на фабрике сховал. О, девочка. Девочка с игрушкой. Привет. Не будет разговаривать. С жирафом. Добро. Ладно. Почему-то вспомнилось первое Диабло, точнее, дополнение Hellfire, где Мишку надо было искать дополнительный муро. Опачки, что это лежит тут? Ну, записка какая-то. Или листок. А, повестка. Повестка. The Civilian Service System. Что там говорят? Короче, вы должны участвовать в... Что там? В самых разных... Ну, я вижу fuck this поверх, но...
Короче говоря, для помощи карантинной зоне вы должны выполнять самую разнообразную работу. Пожалуйста, явитесь в мейн-офис Чарлю Бриджу 15 декабря в 6:30. Нифига себе, как рано. Для направления в какое-то вооруженное формирование... Ну, короче, на какую-то станцию управления вооруженными силами. Willful fail. Первый hour today, name. Встреча, possible loss. Зоны. Короче, если не явитесь, то из зоны вон. Вот и все. А если вы отработаете 6 месяцев, внизу написано, принесите свидетельство того, что... bring evidence with you and service will be postponed. Короче, будет отложена следующая, как бы, служба, следующий призыв. Если у вас какие-то физические или умственные условия, которые, по вашему мнению, могут помешать вашей службе, принесите сертификат, подтверждающий, ну, вашу нетрудоспособность, короче говоря. Понятно. Короче говоря, повесточка приходит, только пожестче, чем у нас в России. Тут просто тебя вне карантинной зоны отправляют. Опачки! Началось. Гопари. И так расставлено все, как будто перестрелка будет. Не нравится мне... Ой, пушки! Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Ой-ой-ой. Развернитесь и валите, мать вашу. Так, сейчас будем целиться. Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Оп! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь. А написано другое. Нифига себе! Пригните! Тихо-тихо-тихо! Да, приседайте за преградами, чтобы укрыться. Я прикрою. Да. Да как? Да что? Я не знаю. Обходи. Ладно. Быстро-быстро-быстро-быстро! Присядь! Присядь! Присядь, Вася! Как не те клавиши, все не так! Я X нажал. Так, Михаил, собрался. Значит, о, это справа. О, справа. Оп! Оп, все, присел. Присел. Ты бобер, ты невидимый. Вытелился, смотришь. Да нифига себе! Да как так? Вообще тут на стиках не поцелишься. Где моя мыша? Надо заблаговременно, видимо. Да ёпперсете! Вы издеваетесь, наверное. Ладно, все. Я готов. Этот минус. Слушайте, она всю грязную работу заметила. Нет! Нет, он еще жив. Да чуть ниже. Да ежишь. Да вы издеваетесь. Молодец, какой. Да с мышкой. Я бы тут просто в два хедшота с закрытыми глазами сделал все как надо. Откуда у него столько людей? Так, может, есть калибровка стика, кстати, а? Чтобы он поменьше чувствительность была. А то какой-то трэш. Так, управление. О, чувствительность есть, прицеливание. Да ежишь. Прицеливание. Оп, вот так вот сделаем. Так. Не, если бы это была мышка, то, ну, вообще, изи. Изи. Аптечку надо завязать одну. Пора с ним разобраться. Эй, я же... Да вставай уже, Вась. Наверх. Почему у меня нет аптечек? Я же две брал. Вы издеваетесь, наверное? Я специально... О, пистолет! Да есть, патроны, 6 штук! 6 штук, это ж на 6 трупов, как минимум. А у этого почему-то патронов не осталось. Слушай, а может этого еще обшмонать? И как, или как говорит Анклав, как он там... Как же он там пощупать, кажется? Или по-другому? Нет, у него какое-то слово есть. Такое очень интересное. Ну что, я здесь. Как он говорит? Наверняка помнит. Потискать, да. Так, хорошо, что делать? Наверх, окей. Ну-ка. Опа. ХП вообще нет. Посмотрите, сейчас перезарядится его еще. Дай руку. В меня плюнуть разок, и все, я упаду. Удивительно даже, как мы тут перелазим через стену. Ага. Видам. Ладно. О, крыски! Так еды-то валом тут еще.
Чего в очередях стоять? Вышел, поймал, зажарил. Профит. Да, только нужно было пройти через этих троих гопарей. Да, иди я сюда. Понял, я аптечки ищу. Что такое? Так, ты хочешь, чтобы я присел? Прошел, изи. Ой, опять тут такое расположение, как будто спальба будет. А хп-то снова нет, ветер, да. Да ладно. Да, я их вижу. Двое наших погибли, пытаясь убрать. Вот. Крыс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Это о нас говорят. Зря мы взялись за эту работу. А точно, пацаны. Теперь-то что? Надо без рассредоточиться и не дать... О, стелс можно сделать. Давайте посмотрим. О, нифига себе она. Добро. Слушай, а может ты это самое тогда? Того? Если их только двое, то можно и последнего, в общем-то, гуфнуть. Да тихо! Там второй. Блин, бежать далеко. Ладно. Давай вот так вот. Тихо. Пригнись! Пригнись, Вась! Так, спиной стоял. Ну, понятно, его как раз можно было там принять. Ладно, зайдем внутрь. Вроде там потеснее будет. О, вот еще один. Ходит, да? Скриптовая скотина. Ой, да он не один. Аптечку надо взять. Вели пятерых гражданских. Сейчас мы быстренько аптечку. Да тихо, подожди. Мне ж вспомнить надо, как подлечиться. Да где ж... Да вы издеваетесь, я не знаю, как аптечкой пользоваться. Стоп. Фух. Ага, квадрат читать, понятно. Так, как же мне... Не-не-не, это не та клавиша. Это перезарядка, да, у нас получается? Кажется, наверх и что-то там. Наверх, но надо было просто выбрать. Но у меня что-то выбрать-то здесь особо нету. Ладно, попробуем тогда увидеть, где один, где второй. Да ладно. То есть мне нужно обойти с той стороны, я понял тебя. Но там же еще один был. Ага, вон он стоит все еще. А я могу не прошмыгнуть-то между под окнами-то, а? Так, этот стоит нормально, а этот как? Тоже нормально. Окей, ну пойдем. Попробуем. Только тихо. Ну давай, давай, нет! Блин! Черт, какой... Да я не правильно подошел. Я сбоку подошел. Такой трэш. Так, ладно, хорошо, значит, этот уходит, да? Тихо, 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 тихо! К тому я не успею, меня спалят. Пошли. Да пошли, пошли. Не пошли, а пойдем. Тихо. Так, этого я взять не смогу, он уйдет ко второму. Да не, нужно точно... Точно к тому. О, у меня ХП добавили. Добро. Пока эти видят, да, соответственно? Цикады. Не, вообще могу захедшотить, но мне же нужно научиться... Вот, все, они встали как надо. Все, и треугольничек, треугольничек, треугольничек. Давай! Я жму его, 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 жму. А, перемещаться можно, да? А я могу его задушить? Обучение, вот обучение мне нужно. Потому что то, что я сейчас делаю, это кажется не совсем правильно. Что, ты выберешься, что ли? Не-не-не, у меня цепкий хват. Да ладно, близко уже! Да ты... Да что ж... Да как так? Иди сюда, ты должен справиться. Ну, давай... Да как? Кто стреляет? Через окно! Если враги одерживают верх, возможно, наилучшим выходом для вас будет О! Бегство! Для перехода на бег удерживайте L2. Пока вы убегаете, вас сложно прицелиться, но если вы бежите прямо на врага, то становитесь легкой мишенью. Нормально, нормально. Может, мне надо было просто пистолет убрать для того, чтобы задушить, потому что единственное, что меня отличало от прошлых тем, это наличие пистолета. Поэтому, скорее всего, я так и сделаю. Тихо! Только не звука. Ой, не, меня не видно. Меня нет. Показалось. Показалось.
Сейчас угадаю. Цикады? Да, если у тебя пистолет, то ты можешь, конечно, захватить, но рука-то вторая занята для того, чтобы его удушить. Говорят, поэтому я сейчас без пушки подкрадусь к нему и сделаюсь как надо! Да стреляй ты уже, ладно, бог с ним! Беги, 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 пошел, 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 присел! Там еще один. Он как раз у нас тут вот где-то должен быть. Аптечку беру, аптечку. О, вон он, вон он, вон он, слева. Что такое? Так, как бы мне... Да ладно, где? Да ты издеваешься! Да... Да нет же, как отбиться-то? Бей его! О, хорош! Там еще один, видимо. Так, присев на корточки, вы можете тихо и незаметно миновать противника. Оу, как интересно-то, а, будет, чувствую. Так, если затеять Подожди, я чего-то не понимаю, почему его задушить-то не могу? Ох. Душить квадрат. А, понятно, душить квадрат. Почему тогда я треугольником в прошлый раз? А, у меня как раз не получилось в прошлый раз, когда встретил я этих врагов других. Значит, захватили треугольником, душим квадратом. Квадрат... Квадрат левее треугольника на джойстике. Окей, хорошо. Тихо. Тихо. А, нет! Согрелся. Папандос. Побежали, побежали, побежали. Сейчас стрельба будет, Вась. Перепрыгивай. Прячься. Пушку. Да как? Да я же... Да мочи его. Мочи по лицу, по лицу, по лицу. Давай. Хоп-хоп-хоп. Что-то многовато их будет. Оп. Беда. Так. Там еще говорят рассинхрон, может имеет смысл мне... Давайте я голосилку сделаю, стоит ли что-то делать с рассинхроном или не стоит. Это приведет к перезапуску трансляции. Пробуем пофиксить. Рассинхрон. Нет. Да. И проголосуйте, пожалуйста. Просто не знаю, стоит ли или не стоит. Да, стоит. Угу, хорошо. Тогда сообщите, пожалуйста, звук запаздывает или идет вперед? Чтобы мне понять. Он запаздывает или идет вперед? А, я не могу отрицательного сделать, получается. Опаздывает. А вот это хуже, я могу не это самое. Или наоборот, задержка изображения. Давайте попробуем 0,5 поставить секунд. И сейчас трансляция перезапустится.